Белорусы, живущие за рубежом, теперь для продления паспорта должны ездить в Беларусь. Будут ли они это делать, мы спросим у политолога Артема Шрайбана. Здравствуйте, Артем. Добрый день. Насколько эта история, этот новый закон, новые правила стали неожиданностью для белорусов? Для политизированных белорусов, которые видели тренд того, что государство пытается наказать уехавших всеми средствами, было логично ожидать какой-то подобной подлости. Но для большинства белорусской диаспоры, я думаю, это не было чем-то ожидаемым, потому что на самом деле указ этот создает намного больше проблем, таких бытовых абсолютно, людям, которые жили обычной жизнью за рубежом. Белорусы с белорусским паспортом, живущие где-нибудь в Канаде, теперь будут должны искать пути прилететь в страну почти без авиасообщения для того, чтобы вступить в наследство, продать квартиру, в которой у тебя доля 5%, или поменять паспорт, или сделать паспорт ребенку, даже если ты в Беларуси не был, я не знаю, 20 лет, а заодно проверять, не написал ли ты за эти 20 лет чего-то в соцсетях такого, что могло тебя поставить на радары силовиков и сделать твой приезд небезопасным. То есть я не говорю, что таких людей там сотни тысяч, но я думаю, что вот такие люди, которые давно-давно забыли про Беларусь, просто носили ее паспорт, не следили за новостями, но это могло стать шоком, конечно. Если говорить о процессах, связанных с собственностью, тут примерно понятно, мы, может быть, к этому еще вернемся. Но сам паспорт, вот те, кто не будет возвращаться в Беларусь, кто трезво оценивает, что это слишком опасно, что будет с ними? Они будут сталкиваться с разной степенью бюрократической боли. Люди, которые живут в Евросоюзе, особенно в странах, таких как Польша, Литва, Эстония, если я не ошибаюсь, они смогут относительно просто получить документы для путешествий, так называемые паспорта иностранцев. Эти документы вот в странах, которые я перечислил, выдаются в приложении даже к ВНЖ. И уж тем более они выдаются в качестве там, женевского паспорта. Это одна из разновидностей проездного документа для беженцев. То есть для этих людей бюрократическое решение проблемы существует. Им просто выдадут паспорт вот такой европейского образца, удостоверяющий, что они могут перемещаться по нему, но не полностью заменяющий белорусский паспорт. И этот паспорт иностранца надо будет регулярно, раз в год, раз в два года сделать заново. Да? То есть это все-таки такая бюрократическая проблема. А для людей, которые живут в других странах, причем в некоторых даже странах Евросоюза, вроде Германии, люди, которые живут в Грузии, а в Грузии живут очень много белорусов сейчас, эта проблема практически неразрешимая. Им придется либо искать возможности подаваться на новое гражданство, либо переезжать в страны, которые им сделают вот такой документ для иностранцев, да, для путешествий для иностранцев, либо рисковать и возвращаться в Беларусь обходными путями через Россию, но возвращаться, но все равно это риск, честно говоря, он мало зависит от того, каким образом ты приезжаешь в страну, ведь чтобы обновить паспорт, ты идешь в структуру МВД, и МВД, разумеется, видит, что ты подался. Поэтому проблема для десятков тысяч людей в перспективе нескольких лет может стать экзистенциальной в каком-то смысле. Я думаю, что стоит ждать еще более массовой релокации из стран не Польши и не Литвы в Польшу и в Литву. То есть аккумуляции белорусов в тех странах, которые уже довольно давно разработали относительно лояльные процедуры такой легализации и помощи с документами. Как вариант, другие страны могут последовать этому примеру, например, на европейском уровне, если будут приняты какие-то общеевропейские решения. Думаю, что это тоже возможно, потому что многие белорусы живут не вот в этих двух странах, и они сейчас лишены нормальной возможности поменять документ проездной. Ну, есть избранный президент, госпожа Тихановская. Она что-то делает по этому поводу? Да, я думаю, вы уже, кажется, обсуждали с Дмитрием Навошей этот вопрос, что офис Тихановской, вернее, кабинет Тихановской, запустили свой проект паспорта Новой Беларуси, альтернативного проездного документа. Проблема только с его признанием. То есть уже есть красивый дизайн, я думаю, что не проблема его напечатать. Я даже думаю, что не такая огромная проблема добиться у какой-то страны, как бы одолжить свой национальный код, потому что понятно, что код с буквами БЛР,
который является официальным кодом Беларуси, он контролируется властями в Минске, поэтому нужен будет какой-то другой страновой код. И даже вот это, мне кажется, не колоссальная проблема. Самая большая проблема — добиться признания этого документа на национальном уровне в разных странах. Потому что это не сработает так, что Брюссель признал этот документ, и во всей Европе он теперь признается. Это компетенция национальных правительств. У каждого национального правительства могут быть свои соображения насчет того, что такое кабинет Тихановской, насколько ему можно доверять, насколько там нет коррупции, насколько там хорошая верификация людей, подавшихся на эти паспорта. И если снова-таки Польша, Литва, может быть, Чехия, может быть, Латвия, я думаю, теоретически могли бы довериться структурам кабинета Тихановской, особенно если они будут делать в связке с каким-то государством, то страны вроде Франции, Ирландии, Португалии, Испании, я думаю, они не особо слышали, какие-нибудь клерки в МВД этих стран не особо слышали о том, что у Беларуси, оказывается, есть два правительства. И поэтому здесь будет проблематично. Здесь вот доказывать этим странам, что кабинету и его паспорту можно доверять как национальному паспорту, будет очень сложно. А еще сложнее это будет делать в странах третьих, той же Грузии, той же Армении, я про это даже не говорю, США, я уверен, что и там могут быть проблемы, потому что там куда строже эти все бюрократические правила. Поэтому пока это красивый дизайн, красивая идея, все надеются, что это чудесным образом сработает, но, откровенно говоря, я бы не ждал это решение, ну, такого универсального решения очень скоро. Артем, а для чего режим Лукашенко это делает? Чего они добиваются этим? Я думаю, есть несколько целей, которые вообще дополняют друг друга, но которые могут звучать немножко непривычно людям, привыкшим анализировать, не знаю, поступки политиков из рациональной призмы. А Лукашенко очень мстительный человек, и он открыто задекларировал цель отомстить, наказать всем, кто его потревожил, его психику в 2020 году. И понимая, что большинство из людей, которых он мог бы репрессировать еще, по крайней мере, большинство из, скажем так, заметных активистов, журналистов, общественных деятелей, участников протестов, может быть, их не большинство, но значительная часть, уехали, но они продолжают в каком-то смысле пользоваться услугами консульскими, пойдя в категориях Лукашенко против этого государства, да, против родины, потому что там, как у французских монархов, родина — это я. Эти люди должны быть наказаны таким образом, что их надо отрезать от этих услуг. Да? Кроме того, собственность. Таким образом, можно заблокировать для них возможность продать свою квартиру, продать свою машину. Это тоже, знаете, головная боль. Если вы там унаследовали что-нибудь от своей бабушки в стране, вы не можете вступить в наследство, не приехав, например. И вторая цель, я думаю, она параллельна с этим. Лукашенко какое-то время уже пробует вернуть часть уехавших. Выехали сотни тысяч белорусов, и Лукашенко хотел бы, чтобы какая-то часть из них раскаялась, публично покаялась, признали свои ошибки, признали его легитимным и вернулись. И для этого он запустил целый институт, комиссию по возвращению, который рассматривает заявления от просителей, да, диктует людям, на каких условиях они могут вернуться, и если им позволено такое право. И никто почти этим не пользуется. То есть десятки людей за полгода работы этой комиссии в нее обратились, но это совершенно не то, на что они рассчитывали. Создавая людям такие проблемы, я думаю, они хотят простимулировать часть людей пользоваться этим инструментом комиссии по возвращению, чтобы проходить эту унизительную процедуру покаяния публичного, самостоятельного постановки себя на крючок, лишь бы решить там свои документальные проблемы с документами внутри страны. И это такой стимул, да, не хотите пряником, поедете кнутом, да, если не хотите лишиться всего, что у вас есть, включая паспорта. То есть здесь такие две цели, они, по-моему, друг друга дополняют, они абсолютно в стиле белорусской власти. И я думаю, что, ну, увы, по факту часть людей, я думаю, будет вынуждена либо по наивности, либо по недооценке рисков, либо от отчаяния, все-таки попробовать вернуться, ну, хотя бы на время, чтобы сделать документы. Артем, на ваш взгляд, это затормозит выезд из страны для многих белорусов? Не уверен, потому что
белорусы, которые планируют выезд, сейчас имеют возможность поменять паспорт в Беларуси, понимая, что их ждет. Имеют возможность сделать доверенности на всевозможные продажи недвижимости, потому что доверенности, сделанные в Беларуси, продолжают работать, и подготовиться к своему переезду. То есть это скорее убедит их подготовиться получше, а если уж переезжать, то навсегда, понимая, что все, с этой страной люди будут иметь возможность быть на связи, официальной связи, только уже при новой власти, да, и только поскольку действуют нынешние документы. То есть я не уверен, что это как-то снизит поток. Поток идет довольно серьезный, и в некоторых даже таких неполитизированных, что ли, секторах белорусской экономики, вроде медицины, вроде грузоперевозок, чувствуется огромный дефицит кадров. Артем, хочу вас спросить по поводу нынешней стадии российско-украинской войны и, точнее, восприятия ее в Беларуси. Как сегодня и режим, и какое-то общественное мнение на эту войну смотрят? Мало что меняется в этой связи, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть об общественном мнении. Есть сохраняющееся с февраля 2022 года нежелание воевать своими солдатами, своей армией, и любые другие глубокие формы соучастия тоже непопулярны. Это касается и размещения ядерного оружия, и размещения вагнеровцев. Примерно через неделю команда, частью которой я являюсь, которая готовит продукт, называемый «Белорусский трекер перемен», мы представим новый опрос уже по вагнеровцам, вопрос городского населения Беларуси, и там цифры примерно такие же, как и с ядерным оружием, лишь очень небольшая часть убежденных сторонников России в этой войне оказались переубеждаемы, что и присутствие вагнеровцев, и присутствие ядерного оружия это хорошо, это около трети белорусского общества. Остальные не разделяют это, причем даже среди сторонников власти нет большинства поддержку вот таких форм соучастия Беларуси либо в российской конфронтации с НАТО, либо вот в размещении вагнеровцев. Поэтому здесь мало что меняется. Белорусы разделены в вопросе симпатии в этой войне, то есть кто прав, кто виноват, кто должен победить, но объединены или подавляющим большинством поддерживают позиции по невмешательству Беларуси в эту войну или тому, чтобы стоять в сторонке. А что касается власти, ну, тут, честно говоря, нет принципиальных каких-то движений, хотя любопытно то, что уменьшается военное присутствие России в Беларуси. То есть не осталось, за исключением обслуживающего персонала военных объектов российских, которые в Беларуси уже десятилетиями, и за исключением нескольких просто заехавших на учения военных, не осталось мобилизованных, которые были в Беларуси почти год, тренировались, они выехали все на протяжении лета. Не осталось авиации, какой-то один, по-моему, самолет остался российский. То есть только вагнеровцы остались, по сути. Артем, а вот если говорить о силах Минобороны, это произошло из логики войны или это произошло под чьим-то давлением? Мы не видели признаков никакого давления, и учитывая, что у российской армии очевидный дефицит военной силы для того, чтобы пополнять резервами, проводить ротации на фронтах, да, я думаю, что главная причина в том, что эти люди просто нужны на фронтах. То же самое касается авиации. И поэтому просто больше их незачем держать в Беларуси. Да. И даже лагерь вагнеровцев, который, казалось бы, выглядел как нечто новое, новый фактор в отношениях Беларуси и России, уже больше половины его демонтировано, потому что люди разъезжаются, вагнеровцы разъезжаются, им нечего делать в Беларуси. То есть вот интересный факт того, что вот уменьшается степень военного присутствия России, и уже год, почти год, скоро будет, как не было обстрелов Украины с белорусской территории, что тоже показательно, да. Я не могу сказать, сколько в этом субъектности Лукашенко и сколько из этого он сам каким-то образом продавил, выпросил, выторговал. Но это дает ему, если такие тренды продолжатся, да, и Беларусь будет демилитаризована с точки зрения присутствия российских войск, останется лишь ядерное оружие, о количестве и качестве которого мы вообще ничего не знаем, да, это может дать Лукашенко некие новые возможности для разговора, если не с Западом, то, например, с Украиной. Он, кстати, признался в одном из своих последних интервью, что он вел и возможно, ведет. В настоящее время он не говорил, но с начала войны он
якобы провел несколько раундов переговоров с украинской военной разведкой, с ГУР, с ведомством Буданова. Он даже более того предсказал, что Буданов будет следующим президентом Украины. Что как бы любопытно, учитывая, что в России этот человек признан чуть ли не террористом, да, или даже, может, и признан. Вот. Это к чему? Что Лукашенко никогда не оставляет амбицию пытаться маневрировать, просто его коридор пока максимально узок, он минимален, его коридор для балансирования. Но тем не менее, инстинкты как бы не обманешь. Да? И в одном из тоже своих недавних интервью было интересное заявление про... Обычно Лукашенко очень любит преувеличивать свою роль во всех событиях. Мы это помним по истории с вагнеровцами, да, и с мятежом. Когда его спросили про начало войны, и знал ли он, что Путин собирается использовать его территорию для вторжения, он сказал, по телевизору узнал. Вот, как и вы все, услышал по телевизору, что начинается СВО. Ну, любопытно, да, потому что Лукашенко обычно говорит о том, что я все знал, я всем все нарисовал. При этом мы же помним еще и карты, по которым видно, откуда на Беларусь готовилось нападение. Да, 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 готовилось нападение, но узнал я об этом вот уже по телевизору, да. То есть происходит не то чтобы какое-то активное дистанцирование от России, но, скажем так, мягкое подстеливание соломки на разные сценарии развития событий. Потому что вот эта позиция «я ничего не знал, меня использовали», она была бы полезна человеку на трибунале, согласитесь, да? Хотя бы от этого отбиться. Поэтому пока это такие движения подо льдом, ничего глобально не меняется. Я просто вижу, что осознание того, что война идет не по-хорошему для Минска и Москвы сценарию, оно и точно есть у Лукашенко. Да? Просто пока он ничего серьезного с этим не может сделать. Артем, я понимаю, что вас не удивить, что Лукашенко говорит одно, а потом совершенно обратное, но я признаюсь, меня довольно сильно рассмешило видео, где он сначала говорит о том, что он дает гарантии Вагнеру, а потом говорит, ни о каких гарантиях Вагнеру речи не было, тем более на чужой территории. А черт возьми, он ведь в конце концов дает гарантию безопасности своим силовикам. Как они смотрят на эти слова? Понимаете, я не уверен, что вот эта широкая трактовка гарантии Пригожину, она верна, да, то есть что когда все смеются с того, что он сказал, я даю ему гарантии, было здраво ожидать, что Лукашенко будет охранять Пригожина от беды везде, да. Но если бы Пригожина в Африке лев съел, ну, это разве было бы нарушение гарантий от Лукашенко? Ну, вряд ли это было бы нарушением гарантий. Я думаю, что было очевидно, что речь идет о гарантиях для сохранности его войск и его самого, если они решат находиться в Беларуси. То есть здесь я такой прямой, как бы прямого вранья вот в адрес лично Пригожинского, да, я не вижу. Мне было любопытнее, как он говорил на пресс-конференции после мятежа, что да вы что, не будет Путин его мочить? Вы что, Путину это не надо, он не будет этим заниматься вообще, он не такой человек, он отходчивый, он уже отошел. А потом, когда Пригожину взорвали, Лукашенко говорит, нет, это не Путин, потому что это непрофессионально, ну, как бы грубо сделано, да? То есть как бы... Если бы было сделано профессионально и не грубо, то как бы в принципе мог бы быть и Путин. Да? Это интересно, вот там выдают какие-то такие парадоксы этих союзных отношений. Лукашенко даже не стесняется между строк говорить, что его лучший друг способен убивать, просто сделал бы это красивее. Ну, если как раз говорить об оставшихся вагнеровцах в Беларуси, насколько они вообще сегодня там заметны? Потому что нам рассказывал, опять же, Лукашенко, что это какие-то невероятно вежливые люди, переводят бабушку через дорогу, со всеми в магазине здороваются и так далее, и так далее. Ну, я, знаете, не в Осиповичском районе, поэтому мне сложно сказать, насколько они заметны для местных. Признаков того, что они там устраивают какие-то проблемы, или наоборот, кого-то действительно переводят через дорогу. Все это мы знаем только со слов Лукашенко. Никаких объективных данных о том, что они там что-то делают, кроме тренировок белорусских военных, редких, мы этого ничего не видим. Я думаю, что они там просто находятся в этом лагере. Лукашенко сам говорил, тоже публично признавался, что они там под надзором, мягко говоря, да, то есть там все контролируется. Шаг влево, шаг вправо, я думаю, там абсолютно все просвечивается белорусскими силовиками. И поэтому было бы странно, если бы они какую-то автономную
несанкционированную белорусскими властями активность проявляли. Да? Они там, судя по всему, просто расположены. Лукашенко говорил, что Минск даже не платит за их там существование. Возникает вопрос, кто за них сейчас платит после как бы гибели Пригожина и команды. Думаю, что с этим в первую очередь связано то, что они разъезжаются, уже больше половины лагеря демонтировано, потому что ну, просто нечем заниматься в этом поле в Беларуси, и никаких не предвидится занятий для тысяч наемников. Поэтому там уже, судя по всему, осталось меньше половины от изначального состава. И будет, я думаю, это число сокращаться и дальше, несмотря на то, что Лукашенко заявил, что Вагнер всегда будет в Беларуси. Сомневаюсь я в этом. Думаю, что нас ждет такая фрагментация слэш-национализация этой группировки. И, соответственно, держать их в Беларуси после этого не имеет большого смысла. Потому что держать их в Беларуси имело смысл, пока сохраняется их подчиненность непредсказуемому бунтарю. А теперь, если это будут какие-то подразделения Минобороны или лояльных ей ЧВК, то в чем смысл нахождения их в поле, в белорусском поле? Для этого пока ну, у меня логики я в этом не вижу никакой, да, даже не общечеловеческой, не даже путинской. И поэтому даже соседи Беларуси, Польша и Литва в последние недели начали заявлять, что угроза от вагнеровцев снижается.